фильмов номинации «Жизнь как подвиг». Конечно, приглашаю на сцену и Максима Моисеева. Замечательно, что все попали на сцену. Это очень хорошо. И помогаете друг другу. Что, может, кто-то хочет еще что-то сказать по итогам увиденных фильмов или спросить ребят, если есть такие? Если нет, то Римма Максимовна, тогда... Вот микрофон есть, микрофон у нас стоит, смотрите, красный. Можно в него разговаривать. Так. Ну что, я очень рада, что мы сейчас поприветствуем еще одну номинацию «Жизнь как подвиг». Ну-ка. Хорошо, хорошо. Молодцы. Итак, пожалуйста, на сцену грамоты. Диплом от Российского государственного архива кинофотодокументов получает студия «Компас ТВ», город Березовский, Свердловская область. Где у меня студия? Ура! Ребята, я хочу сказать, что мне очень приятно видеть вас не через экран, а живьем. Очень приятно. Очень, мы с каждым из вас знакомы на экране, да? А теперь живьем. Ты большая молодец, у тебя все получилось. И у вас у всех, ребята, у вас вполне себе приличный вид. А в фильме у вас такой вид хулиганистый, озорной. Молодцы, ребята. Спасибо вам. Работа. А? Актерская работа. Актерская работа. Она вам удалась. И вообще вам это удалось. От всей души поздравляю. Это наша грамота. Спасибо. Следующий диплом. Спасибо вам большое, ребята. Диплом награждается видеостудия «Свет», Башкортостан, город Уфа. Воспоминания моей бабушки. Молодцы авторы, что здесь. Ребята, я хочу сказать, что ваша работа полностью отражает, знаете, вот такую вот суть чествования неизвестных героев. Неизвестных, незаметных, которые, знаете, приближали как могли победу, чем могли, как могли, но работали на победу, и победа случилась. Поздравляю вас! Творческая мастерская «Династия» имени Павла Кадочникова, город Санкт-Петербург. Проект «Культ-трейлер. Балерина политотдела». Вы знаете, ребята, мне очень понравился этот «Культ-трейлер». И в результате этого, понимаете, «Культ-трейлер» должен был что? Побудить человека прочитать книгу, да? Я книгу прочитала, я ее не читала до этого. Книгу прочитала, фильм посмотрела. Значит, буктрейлер замечательный и достиг своей цели. Правда? Сработало. От всей души поздравляю. Наташа, идите сюда. А подарочек детям. Спасибо. Есть фото на память? Диплом получает у нас. Диплом у нас получает медиацентр 116 News, город Санкт-Петербург, за фильм «Горькая память. Блокада». О, ребята, даже с флагом. Правильно, брендируемся. Если я не ошибаюсь, по-моему, 116 News не первый наш приз уже получает в вашей студии. Да, так вот, я хочу сказать, что вы большие молодцы. Часто
Одним из самых важных факторов, вот в частности документальном кино, является идея или история. Слушайте, у вас история замечательная, где вы только, вам повезло, просто вам повезло, она валялась у вас под ногами, к вам пришла новая учительница. Но вы ее умудрились поднять и показать. Поэтому от души вас поздравляю. Спасибо. Спасибо большое. Дипломом награждается школа журналистики «Основа», Кемеровская область, Новокузнецк. За фильм «Труд во благо жизни». «Основа», выходите к нам. Комплексно подошли к задаче, рассказали. Тут я хочу что сказать. Я уже говорила, но повторю еще раз и не устану повторять впредь, что когда ребята, да даже и взрослые, вы знаете, профессионалы, когда они находят живых свидетелей, живых участников и соучастников значимых каких-то событий, это большая творческая удача. Вы мало того, что нашли таких, вы нашли своих близких. И знаете, война прошлась через каждую из наших семей. И пока живы в памяти события, истории наших семей, то будет жива память историческая о зверствах, о фашизме и о нашей победе. Спасибо вам! Спасибо большое! Каждый житель нашей страны совершил подвиг во время Великой Отечественной войны. И вы, ребята, огромные молодцы, что рассказываете об этих подвигах. Спасибо вам, аплодисменты. А я хочу сказать, что вот эти все дипломы, которые вы дали, весь альманах, 16 фильмов, передаются на постоянное государственное хранение в Российский государственный архив кинофотодокументов. С тех самых пор, как эти работы поступят на постоянное государственное хранение в архив, они являются национальным достоянием Российской Федерации. Ура, товарищи! Вот список фильмов. Другой список. Рано раскрыли. Не постоянное хранение, а вечное. Вечное хранение. Ну, вечное – это общеразговорное, а в нормативе – постоянное. Значит, вечное. Навсегда, ребята. Вы сами станете прадедушками и прабабушками, а фильмы ваши будут национальными достояниями точно так, как они с этого момента ими станут. Вот, здорово. Потрясающе. Спасибо, Лев Максимовна, большое за такой подарок, приз. Ребята, под аплодисменты провожаем вас в зрительный зал. Всем спасибо большое.